Обстреляли Чугуев около 4 часов утра. Российская армия дважды ударила по жилой застройке центральной части города. Спал и проснулся. И все. Два взрыва было? Да. Один сюда, один он туда. По данным Харьковской прокуратуры, российские оккупанты нанесли удары двумя ракетами «Искандер-М». Одна из них взорвалась около многоэтажки. Ударной волной в здании выбило практически все окна, рамы и двери. На парковке сгорело десяток автомобилей. Почти полностью разрушен магазин сувениров и цветов. Среди руин сотрудники пытались спасти часть уцелевшего товара. Доброго, почва. Ну, все, что... Всякие удобрения, почва, все, что нужно для цветов. Какие-то сувениры, часы, посуда. Мощные взрывы были, очень мощные. Дома подпрыгивали. Говорят, Искандеры, но я не специалист, так что сказать, что тут что-то военное, дома жилые и магазины, и все. В результате ракетной атаки центр Чугуева остался без электричества, а это 1500 жителей. Вторая ракета взорвалась на соседней улице. Взрывной волной в частных домах повыбивала окна, повредила крыши. Это уже четвертая атака за последние 2,5 года полномасштабной войны, из-за которой страдает дом Надежды. Первый там ничего такое было. Мы сами все сделали. Второе попадание нам побило полностью крышу, окна побило. Третий мы только вставили окна, крышу не успели сделать. И третий прилет пришел. Но нам выделили деньги в ДИЕ. Мы это все сделали. Сейчас вот опять. По словам пожилой женщины, недавно не стало ее мужа. И помогать восстанавливать жилье снова некому. Конечно, руки опускаются. Мужа нет. Мне теперь помощи нет. И ничего мне теперь не положено. Что мне делать? Что мне рубить? Также баллистикой был полностью уничтожен пятиэтажный недострой. А в соседнем общежитии ударной волной выбило все стекла и балконные рамы. Ударило. А второй привет уже здесь. Я быстренько выбираю, сразу привет второй. И все, хоть успею выбежать. То, в чем был, выбежал. На месте атаки продолжаются следственные действия. Правоохранители документируют факты очередного военного преступления российской армии. Волонтеры помогают жителям пострадавших домов получить стройматериалы. Сегодня прибыли на место обстрелов. Предоставляем людям там, где многоэтажки, ОСБ, окна забить, и там, где частный сектор, строительные наборы, чтобы люди могли накрыть крышу, забить окна, чтобы дождь, ветер, ну вы понимаете, чтобы люди имели возможность закрыть первые экстренные потребности. Напомним, что это уже второй за год обстрел баллистикой центральной части Чугуева. В мае российские оккупанты ракетой разрушили детский садик. В результате ранения получили 8 человек.